Полным ходом продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае. Участвуют в этом мероприятии учащиеся, которые показали лучшие результаты на школьном этапе конкурса. Смотрите наш репортаж из 16-й школы. Вопросы безопасности актуальны не только в условиях возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, но и в быту, на улице, а также на транспорте. Именно поэтому нужно приобретать знания и навыки в области безопасности жизнедеятельности. Далеко не случайно было принято решение включить в перечень всероссийских олимпиад школьников учебный предмет ОБЖ. Эта олимпиада носит не только просветительский, но и обучающий характер. Задания, конечно, разнятся, более легкие – это 7-8 классы, и по усложнению идет до 11 класса, начиная от разведения костра, заканчивая одеванием ОЗК и выходом из радиоактивного облака. Ну, ребята покажут все, что научились. 7-8 показывают те знания, которые они получили до курса ОБЖ. У нас нет 5-6-7 классов ОБЖ. А вот все остальные ребята и прошли и сборы, и участвовали уже в соревнованиях, принимали участие. Ну и здесь покажут, кто сильнейший. Есть отряды юнармии, различных школах уже сейчас ребята включились. Ну и я, например, с 5 класса с детьми занимаюсь практически. И одевание противогаза, и разборка, сборка автомата, оказание первой помощи. С 5 класса желающие дети посещают мои занятия. Участники муниципального этапа олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности со всего Славянского района прибыли в 16-ю школу, чтобы продемонстрировать то, чему они научились как на школьных уроках, так и на дополнительных занятиях. Мне просто очень с детства интересна эта тематика всякая. Оказание первой помощи, противогазы, вот все это связано с военной тематикой, мне с детства интересно. И ОБЖ я тоже очень сильно увлекаюсь. Но я думаю, что это все должны знать. Этот предмет очень важен, его многие недооценивают. Но вот мы приехали принять участие. Он очень интересный, мне особенно нравится разбирать автомат. Я даже пробовала разбирать на время. Команда у нас очень дружная, мы готовились долго, нас подготавливали. При создании заданий учитывалось соответствие сложности задачи возраста участников. Задания олимпиады не только разнообразные, но они помогают еще и проявить уровень подготовки учащихся. Ребята, которые увлекаются основами безопасности жизнедеятельности, с радостью участвуют в олимпиаде, видя в ней отличные возможности не только узнать как можно больше в ходе подготовки, но и показать свои навыки. Для участников олимпиады созданы все условия, чтобы они могли спокойно поработать и проявить себя наилучшим образом. Все организовано в строгом соответствии с правилами проведения. Лучшие по итогам муниципального этапа будут защищать честь района на региональном этапе олимпиады. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».